Здравствуйте, ребята. Я вот вспомнилась вот такая мне вещь, что я на вот этом стуле, на нем столько уже он повидал. Я на нем сколько езжу уже. Я на нем езжу с середины 90-х и по сей день. И значит, я на нем играл в Дунди и в Сегу. Я на нем срал, так сел и насрал прям кучу и размазал. А потом я подумал, что это такое, что такие из меня вылезло. Ну, я не знаю даже. Я взял такой, понюхал, такой, что-то как-то воняет-то не очень, но потом сначала грудь намазывал вот так, потом размазывал вот так все, о, намазал плечи вот так, о, плечи, потом борт намазал такой, о, вот было прохладно, так приятно было, я еще такой завернул тут побольше так в руки, потом на лицо такое, о, приятно было, я даже смеялся от счастья, так размазал все по лицу, в уши набил, потом ногу, попробовал так, ну как-то по вкусу, ну как, понимаешь, как земля прям, какая-то земля прям, я так размазывал долго, потом сидел счастливый, этот стул поедал очень многое. Очень много. Я сидел, играл так долго в Дунди, играл в Сегу, и вот так размазывал все прям, так было приятно, прям прохлада приятная, так под мышками размазывал, и это было самое счастливое время в моей жизни, когда я размазывал так по себе фекалии и мочу вот так это брал и намазывал. Играл в Дунди, размазывал по джойстику, потом по экрану телевизора вот так все размазывал. Так. Это было самое приятное время в моей жизни. И было приятным это времяпрепровождение. Все, ребята, так ностальгия прям поперла. Такие воспоминания хорошие из жизни. Я просто не знаю, это все вспоминаю так. Удовольствие такое получаю от этих воспоминаний. Да и сейчас я играю в Дунди часто и размазываю так на себе это все. Очень приятно. Конечно, еще одна же такая вещь произошла, я не знаю. Я чуть не задохнулся, когда я в очередной раз съел какую-то кильку, но она оказалась просроченной. Я такой звук сделал на стуле, не знаю, я даже подпрыгнул на этом стуле, немножко так, правда, и я чуть не задохнулся, в комнате стало так душно прям, я не знаю, оно прям заволокло все легкие, весь нос, и меня бабушка вытащила прям за стул, ну прям вот так, волоком. Вот так это случилось. И вот такая вот история. Я чуть не умер. Прям спасибо моей бабушке, что она меня спасла. Но мне так было интересно в Дунди играть. Это она заметила. А то бы я, наверное, задохнулся, и вы бы не увидели моих, наверное, все-таки шедевров моих не увидели бы сейчас, а то я прям 5 фильмов снимаю. Я такой творческий человек, у меня такие способности большие, такие большие планы. Я прям не знаю, что себе даже думать, прям вообще все я прям могу. Вот я все могу, посмотрите на мои плечи. Посмотрите на меня. Я все могу. Я все могу. Я сейчас, знаете, что сделаю? Я настолько велик, что я сейчас встану. Киноман встанет сейчас со стула. Вы представляете, какое это действие происходит, а? Вы представляете вообще, что это происходит?
Сейчас я совершу волшебство, и вы в первый раз увидите, как киноман встает со своего стула, который повидал множество часов игры и множество фекалий, размазанных по лицу и по груди, и по плечам. Глядите и трепещите! Киноман! Супер киноман! Трепещите! Ой, мои ноги! Бабушка, блядь! Иди, блядь, сюда, бабушка, блядь! Давай, блядь, меня со стулом выноси, блядь! Давай, выноси! Бабушка, что ты делаешь? Бабушка, не надо! Не надо, бабушка! Бабушка, нет! Не надо, не избивайте меня! Не избивайте, вы у меня денег и так забрали в 90-х! Не надо! Что вы вытворяете, ребята? Не надо, не бейте! Будьте ж людьми, ребята! Будьте ж людьми! Все ж мы люди! Не надо, ребята! Не надо! Бабушка, не надо, не сбивай меня. Бабушка, бабушка.